Добро пожаловать на канал Hard Reset Cars, и сегодня я расскажу, как в автомобиле Audi A6 сбросить настройки системы до заводских. Для этого перемещаемся на наш дисплей, и для того, чтобы перейти в данную опцию, необходимо еще раз нажать на домашний экран и выбрать настройки. Далее выбираем уход за системой, пункт меню, и здесь у нас есть установить заводские настройки. И для того, чтобы это сделать, подтверждаем операцию установить заводские настройки, и происходит сброс до заводских настроек. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!